Будет у нас такой мини-мукбанг. Мы не мужчина, мы женщина. Часы тикают. Скажи, ну дай, ну на пол шишечки. И вот так во всех больницах. Вот это просто стандарт. Что я сейчас и сделаю, это отвратительно. Фу. Просто тишина. Никого нету. Какое у меня красивое. Да. Всем привет. Я пришла с работы, быстро кушаю, а потом жду. А потом жду звонка. У меня сегодня подруга рожает. Я аж расплакалась, когда она мне это сказала. Я позвонила ей, ну я знала, что она вот-вот разродится. И просто еду с работы, думаю, ну узнаю, что она там как. Звоню, она уже, короче, в процессе. Только приехала в больницу, я говорю, почему ты мне не позвонила? Она говорит, ну ты же на работе была. В общем, она мне позвонит, когда мне приехать. Может быть, даже я буду присутствовать при родах. Я этого очень хотела. Очень хочу посмотреть, мне так интересно. Я так нервничаю. А кушаю я перчик, доедаю со сметаночкой. Как же это вкусно! Как же это... Ой, такие запахи. Просто жалко, чесночка у меня нет. Будет у нас такой мини-мукбанг. Кстати, очень люблю мукбанги. Думаю, может быть, тоже мне такое что-то снять. Как вы на это смотрите? Потому что я обожаю еду. Я, ну, знаете, люди делятся на две категории. Те, кому неприятно, как кто-то ест и чавкает. Я, например, обожаю смотреть, как кто-то ест. Особенно, если кто-то это делает с аппетитом. У меня прям самые слюнки текут. Вот. Так что, кому не нравится смотреть, как вкусно. Можете перемотать чуть-чуть. Я заказала ей сейчас такой классный комбез. Но не ей, а ребенку. Но он пришел какой-то большой. Хотя написано от 0 до 3 месяцев. Но как будто на полугодовалого малыша. И я взяла, заказала еще один, такой из двух частей, такой классненький, двухцветный, с уткой какой-то, потом бантики на голову, в общем, такие классные вещички. И не все пришло. Кир, что ты ноешь? Я тебе уже покормила. Чесночка прям не хватает, хочется чесночка еще. Скажите... У меня много смотрят мамочек или беременяшек, мне так интересно, наверное, вряд ли, да. Мамки смотрят мамские, наверное, блоги, хотя, почему нет? Конечно, чем старше становишься, какие-то, видимо, биологические часы к тебе тикают. Это шкурка, отсоединившаяся от перца. Чем старше становишься, тем больше задумаешься о таких вещах, потому что мы не мужчины, мы женщины, девушки. Не могу себя назвать женщиной. Ну не трясись, Кирюша. Задумаешься, в общем, о таких вещах, потому что в тебе биологические часы тикают. Вот, допустим, моих подруг, которые старше меня, у них этого нет. Я вот с ними разговариваю, они говорят, нет, там 33, 34, 35. Я там 29, 28, ну, 28 нет еще. 29 все-таки я уже начала чувствовать, что вот часы тикают. Узнав, что моя подруга беременна, узнав сейчас, что она рожает, я хочу быть... На родах очень хочу. Хочу посмотреть, как это происходит. Я, в принципе, не мнительная. Ну, в плане этого. Я как бы этого не боюсь. Я присутствовала на операциях. Конечно, это другое. Но я не знаю. Ну, вот и проверим, да? Вот и проверим, если мне получится поприсутствовать. Как это на меня повлияет? Просто тишина. Никого нету. Такие кровати тут стоят.
Я не знаю, куда мне. Вот в этих палатах лежат женщины беременные, я так понимаю. Тут должны сидеть, типа, ординаторская. А, вот. Мне вниз. Фух. Уж сама устала. Вот так выглядит палата. Предродильная. Тут у нее соседка. А потом, если есть свободные, можно брать семейную. Там 100 евро в ночь доплачиваешь. Посмотрите, я тут что нашла. Тут вот эта штука, которая горит, наверное, когда младенца ложь. Я не знаю, сюда их будут потом переводить, не сюда. Смотрите, что нашла. Какой маленький. Меньше моей руки. Там душ. Здесь тоже какие-то памперсы. Масса всякие перчаточки. Крема. Что тут? Прокладки какие-то. Да. Какие-то марлечки. А вот памперсы. Ой, божечки, какие сладкие одежды. Ну, тут все лежит. Класс. В общем, гуляем по больнице. Вот зашли, тут такая комната. Тут такая штука. И мы так поняли, что здесь фотографируют детей. Что-то свет не включается. Пойдем дальше исследовать. Тут что-то продают. Короче, тишина такая в больнице. Смотрите, какая комната. Я не знаю, сюда можно сходить? Ну-ка, где-то, подержи. Ой, как красивенько, такое розовое все. Посмотрите, тут эти инкубаторы, наверное, для малышей. Весы. Как классно. Чем кормят в немецких больницах? Это, конечно, отдельная история. Я тоже как-то лежала в больнице. Ну и работала, когда я по больницам тоже видела, чем кормят. Причем неважно, ты лежишь как бы в обычном отделении или в приватном, скажем так, платном. Значит, у них идет на завтрак бутерброды в основном. Но тут есть мюсли, смотрю, появились. Но в основном вот бутерброды. В основном с сыром, с колбасой, с джемом. Ну ладно, это завтрак, нормуль, да? Ну там у них еще есть кухня, кстати, в обычном, не знаю, в приватных отделениях есть еще кухня, там завтраки, ничего такие, кстати, ну, как в отельчиках, ну не в таких прям крутых, нормальный обычный завтрак, короче. Вот, обеды нормальные, на обед у них вот раз, два, три, четыре, пять раз... Пять вариантов, из которых можно выбрать. Вот на понедельник, на вторник, среду, четверг и так далее. И закуски. И только на обед у них что-то горячее. Например, там вот куриный стейк с соусом, брокколи и картошкой, гуляш с капустой или чем-то еще. А на ужин у них опять бутерброды. Я сейчас покажу, что мои подруги принесли на ужин. Вот, ей принесли на ужин. Это все, что тебе принесли, да? Да. Значит, хлеб, 2 кусочка сыра, масло, какая-то фигня. Из пальмового масла, кстати. Не масло, а какое-то на масле. Ага. И вот этот вот салат, это какой-то ужас. Я ей приготовила пюре с рыбкой, вот салатик. Очень вкусно. Ага. Ну, вот ужины у них, и вот так во всех больницах. Вот это просто стандарт. Ну, можно там выбрать с колбасой, можно попросить дополнительно. Ну, просто бутерброды. Бутерброды. И представляете, ладно, один день там, а если ты лежишь неделю, а если тебе некому принести что-нибудь поесть, или там у тебя нет денег заказать что-то, я не знаю, кстати, в больницу доставляют пиццу. Это как мне надо, чтобы у меня молоко пришло, да? Но. После бутербродов. Вот именно. Привела, значит, Киру
Нормальное общество. Посмотрите, что делает. Стоит рядом и симулирует. Сами понимаете, что. Кира. А Кира очень хочет эту девочку. Скажи, дай на полшишечки. Ой, Кира, как с тобой стыдно в гости ходить. Чья? Ой, какой у тебя красивый наряд. Чья? Ко мне. Чья ком? А Кира все не успокаивается. Кира, а ты ее без поводка хочешь? Не, у меня есть. Фуф, пришла домой. Как же я ненавижу зиму, просто терпеть не могу. Собралась гулять. Ой, дайте разденусь. Потому что что-то я вообще не гуляю, но зимой терпеть этого не могу делать. Но мне просто... Я ненавижу, мне холодно. Я без конца хочу в туалет. Чтобы пойти в туалет, надо снять кучу вещей. Волосы падают на лицо. Здесь куртка, там кофта, там шарф, там колготки. Все это снять. Пока ты все это снял, ты вспотел. Вспотел, тебе жарко. Вышел на улицу, там холодно. Фу, я просто ненавижу выходить из дома зимой. Мне некомфортно. Плюс большинство курток сделаны из такого материала. Или подклад, как вот подклад, да? У меня мурашки от этого материала. Я не могу идти, чтобы вот это все шоркало. Мне неприятно. Не могу засунуть руку в карман, потому что там этот подклад, мне неприятно. Просто отвратительно. Я сейчас ехала домой, думаю, поскорее бы зайти домой, все это снять. Что я сейчас и сделаю, это отвратительно. Фу. Вообще я готовлю кушать, и что-то я такая толстая выглядела в этом халате. На самом деле на мне колготки, а сверху еще шорты, поэтому... Ну и плюс я поправилась на 2 килограмма, потому что я просто жру как бешеная. Ну хотя нет, я не жру как бешеная, нормально ем, но я стала есть сладкое, вот, что я не делала очень-очень долго, блин, у меня пригорает. Я теперь другая, я теперь... Гуляю по ресторанам, пить кино, курю и пью вино. Лак, ты жизнь больная. Я настоящая. Говори ты с ней, ты бери, привези ее домой, люби-люби. Привези ее домой, люби-люби. Привези ее домой, люби-люби. Говори так, ой, тебе представляю. Оказалось, ты такой, я расправился с тобой. Я утром отпущу домой. Провела прямой эфир, пока готовила в Инстаграме. Вот, попела там, поела. Иду, сейчас встречаюсь с подружкой, пойдем где-нибудь посидим. Я уже 100 лет нигде не была, меня вообще ничего никуда не тянет. У меня фазами, то я полгода как бешеная, не бывает дома, тусуюсь. То я по полгода сижу дома, вообще никуда не выхожу. У меня всегда либо пан, либо пропал. Я ничего не могу делать в полсилы. Либо все, либо ничего. И так во всем. На самом деле, мне очень хорошо. Или, скажем так, не всегда хорошо. Короче, я уже вернулась. Просто снимаю в том же месте. Я вот думаю, иногда мне кажется, что чем теплее оденешься, тем холодней. Я не знаю. Вот я сейчас одета в
таком вот свитере, под низом ничего нет. Штаны, которые не закрывают голень, да, и кожаная курточка. И мне было не холодно. А днем я была одета вот в той куртке теплой, в двух кофтах, в майке, в штанах, в теплых колготках и в угах. И я шла, и я мерзла. Как так? Я не знаю. Или, может быть, просто это зависит еще от внутреннего настроя, когда вечером куда-то выходишь. Хотя я не пила никаких согревающих напитков сегодня. Не знаю. Надо, наверное, на выходных убрать елку. Посмотрим. Кстати, насчет... договорю насчет моей беременной подруги. Мне не получилось присутствовать на родах, так как рожала она на следующий день, когда я была на работе. Вот, я ее до сих пор не видела. Прошло... Ну, когда? Вчера она родила. Ну, я понимаю, она там уставшая. То один придет, то второй. Короче, я решила тоже не надоедать. Захочет, сама скажет. Я сказала, если ты это, я приду. Вот. Может, завтра посмотрим. Меня что вот удивляет, вот в больницах немецких, конечно, вот просто как хочешь, так и заходишь. Хоть днем, хоть ночью. Ой, что-то я такая уставшая. Не знаю, сейчас кушать мне нет. Я приготовила макарошки по-флотски. Так оказалось вкусно. Смешала их еще с банкой помидоров, потому что что-то суховатое иначе. Кирочка, иди ко мне. Иди, я тебе покажу. Иди, мой зайчик. Иди, мой сладкий. Вот какая девочка у меня красивая. Да? Тебя все там так любят. Все тебе всегда приветы передают. Говорят, поцелуй Киру от меня. Все, кто просил поцеловать Киру, вот. Кира, это тебе от подписчиков. Поцелуйчики. Как ты на это смотришь? Мой зайчик, мой красотуленька. Ты самая лучшая собака на земле, которой можно было только мечтать. Такая-то красивая. Ей скоро 8 лет в этом году уже будет. Она уже со мной 8 лет, вы представляете? 8 лет. Я просто в шоке. Она прошла со мной огонь и воду и медные трубы. Сколько я пыталась ей найти отца, не получилось. Да, Кирочка, сколько изменилось папу тебя, моя девочка. Ладно, я шучу, прикалываюсь. Я для нее и мать, и отец, и брат, и сват. В общем, план таков. Я устала. Сегодня пятница. Я сейчас выйду с ней погулять. Сотру вот это вот все. И лягу отдыхать. Черный чай. Блинчики. Сгущенка. Божественно. Кира очень любит блинчики. Все, что связано с тестом, это ее слабость. Да, зайчик? На, типа, еще. Здесь, кстати, разогреваю макароны свои, софлотки. Добавила кинзы, а то она что-то уже, это, половина начала завивать, ну, вять. И я решила, потому что я очень люблю кинзу, чтобы не пропадала, добавить сюда. По-моему, красиво получилось. Как красиво выглядит. Да, зайц? В общем, сходила я сегодня к своей подруге. Наконец-таки посмотрела на малышку. Такая классная, такая маленькая Кира. Она как ты маленькая. Даже еще меньше. Ну не, наверное, как ты. Такая маленькая-маленькая. Она в комнате с младенцем. Я просто зашла. Она мне сказала номер комнаты. Я шла-шла-шла, дошла до комнаты. Никого по пути не встретила, никто мне нигде не остановил, не сказал, что одеть. Зашла я в палату, я уже от себя просто сама продезинфицировала руки. Но так вообще... Потом заходил к нам врач, заходила еще акушерка. И я сидела в своей одежде, рядом висела куртка, рядом стояла кроватка. Ничего вообще у немцев, конечно, не так. И кушать у них можно абсолютно все, нету какой-то диеты.
Так интересно, да, вот в каждой стране по-разному. Мой зайчик. Вот, сейчас гуляла с Кирой, так смешно, вам видео вставлю. Сейчас на мою собаку было совершено почти что нападение. Котом, я в шоке, кот гуляет. Выходи, выходи. Кира, ты посмотри на нее. Иди сюда. Она с котами играла? Она играла, да, ну... Коты с ней не очень играли, а она играла. О-о. А ваш с собаками играл? Я не знаю. Ой, я не могу. Подбегает к забору и все. Ой, это так смешно. Ой, классно. Класс. И знаете, на видео прям посередине табличка Bad Rating. Кира, значит, это кошечку встретила. Кошка, похоже, так у меня когда-то был рыжик, и он пропал. И этот кот, девочка его приютила, он тоже когда-то пропал, она его нашла, представляете? Но мой пропал очень давно и в другом городе, поэтому вряд ли это он. У меня был такой бардак, вы себе не представляете. Тут все было завалено. Там, на кухне, чтобы вы понимали, я посуду мыла целый час. Я за три дня столько наготовила. Я, честно говоря, не знаю даже как так. В общем, не было ни одной чистой ложки, тарелки, сковородки. И я целый час все это намывалась. Ненавижу мыться с кастрюли, сковородки, казан, потому что это все такое огромное. В общем, я убралась, сделала маникюр, педикюр себе, Кире. Сходила в душ, хотела смонтировать этот влог, но уже не успею, потому что время 2 часа ночи, мне как бы 8 утра вставать. Я очень хочу спать сейчас, может быть, почитаю, а может быть, нет. Кира, я сейчас туда лягу. Я туда сейчас лягу, Кир. Не надо копать себе место. Ты вон иди на ту подушечку. На ту иди. Значит, я буду заканчивать на этом влог. Буду быстрее заканчивать влог, потому что собаке явно нужна помощь. Она не справляется. Подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм. Мы увидимся в следующих видео. Пока-пока. Кира, я иду. Иду на помощь. Хотя скажи, не надо мне никакой помощи, я сама справилась. Blu canari, 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 blu can